На границе Ирана и Ирака 11 января 2018 года всего за 2 часа произошло 6 землетрясений, эпицентр которых залегал на глубине 10 километров. Минимальная магнитуда составила 5 баллов, максимальная – 5,5 баллов. Первые 3 подземных толчка зафиксированы на расстоянии 18 километров от города Мандали и в 133 километрах от города Багдада. Остальные землетрясения отмечены в 27 километрах от города Мехрана и в 14 километрах от города Мандали. Землетрясений на нашей планете становится все больше. Если ранее считалось, что глобальные климатические изменения будут носить постепенный характер, то последние данные ученых показывают, что эти процессы протекают намного динамичнее. Но несмотря на серьезность климатической ситуации, это не повод для паники. Ведь эти события помогают людям задуматься о смысле жизни. Чего бы человек ни достиг в этом материальном мире, оно временно и конечно. Один серьезный катаклизм, и все превращается в прах. Последние климатические события этому доказательство. Единственную ценность для человека представляют только те внутренние, духовные богатства, которые он накопил за свою жизнь. Познавая себя, человек понимает, что для него природные катаклизмы не являются проблемой, ведь человек — это намного больше, чем просто тело с его проблемами. И каждый совершает выбор сам — жить постоянно с проблемами и переживаниями или жить в безграничном счастье, как настоящий человек. Будьте счастливы! Уважаемый зритель, узнать подробнее о катаклизмах и путях выхода из сложившейся ситуации — вы можете в докладе ученых «АЛЛАТРА Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.